Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем рисовать в технике по-мокрому, используя материалы от Ирис из серии Watercolor. У меня основа прозрачная для растекания и два цвета. Номер 2 яркий розовый, гель-лак средней консистенции. И номер 7. На ноготке база и цвет наношу основу для растекания. Ставлю цвет для растекания и из кружочка вытягиваю линии, будущие лепестки. Получается как морская звезда. Немного подправляю. Вытираю кисть и разделяю лепестки, протягивая полоски к центру. Жду в лампу. Перекрываю матовым топом в лампу. Белой гель-краской без липкого слоя нужно прорисовать лепестки. Совсем легко тоненькими линиями обвожу лепестки. Цветочек сразу оживает. В лампу. На ноготке база и цвет. Цветом закрашиваю боковые части ноготка. В лампу. Наношу основу для растекания по центру. Заполняю цветочками белую область. В лампу, перекрываю топом и в лампу. И еще раз на ноготке базы цвет перекрываю основой для растекания. Ставлю каплю и вытягиваю лучики. Теперь в обратном направлении провожу, разделяя лепестки. В лампу. Зеленым цветом добавляю тонкие веточки с листиками. В лампу, перекрываю топом, в лампу и тонкая прорисовка гель-краской без липкого слоя. Если линия получилась толстенькой, убираю сухой кистью толщину. Добавляю серединку и нежный, красивый, а главное легкий летний дизайн готов. Если вам было полезно и интересно это видео, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылки на интернет-магазин будут в описании под этим видео. Если есть вопросы, жду их в комментариях. Всего доброго, хорошего дня!